Всех приветствую, вы на канале Bodybuilding Russia. Не забываем о том, что для тех, кому лень изучать наш канал, у нас есть платные консультации, вся информация подробная в описании к этому ролику. Итак, погнали. Сегодня у нас такой частый вопрос, который задают по поводу вот этого пакетика. Несмотря на то, что почти в каждом ролике про продукты я объясняю, что это за пакетик, все равно люди продолжают задавать вопросы. Наконец-то мы разберемся. Вот такой вот пакетик люди находят в сыпучих продуктах, в порошках, также и находят в таблетках, в капсулах. Что это такое? Это силикагель, так называемый. Это вещество, которое производители кладут в продукт для того, чтобы главным образом он не комковался. То есть это вещество впитывает в себя влагу. Также еще кладут для того, чтобы не изменял цвет, ну еще какими-то свойствами, видимо, обладает силикагель. Вы, наверное, часто видели еще их в обуви, также они бывают. Но также используют и в пищевой промышленности. Вот это у нас маленькие, выглядят они по-разному, бывают большие, маленькие, бывают, вот, например, здесь у нас что-то типа песка, бывают мелкие капсулы и так далее. Но смысл от этого не меняется. Многие люди спрашивают, есть ли этот порошок, этот пакетик или нет. Конечно же, нет. Храним его в банке до тех пор, пока у вас не кончится продукт. Что же будет, если его удалить? Сегодня расскажу вам на примере, покажу. Итак, вот у нас продукт Citrulline Malate от Bifirst. Был удален пакетик силикагеля. Вот что случилось с продуктом. Он превратился у нас вот в такую вот субстанцию. Во-первых, поменял цвет. Был белый, стал бело-желтый, вы видите, вкрапление белого и желтого. Плюс стал вот такой вот. Вот, собственно, он в банке, там комок. Вот такой. Дальше, продукт Alpha Pump от американской компании Nutrix. Это у нас пампелка, есть на нее отзыв, читайте на нашем канале. Тоже был удален, он скомковался частично. То есть, вот видите, есть и комки, и порошок. Вот у нас его остаток допился. То есть, и такая субстанция осталась. И третий пример, это у нас БЦА плюс глютамин экспресс от компании SkyTech Nutrition. Был огромный пакетик силикагеля. Я его удалил, потому что они мне не нравятся. Они мешаются постоянно, когда накладываешь порцию, зачерпываешь. Но с ним ничего не случилось, несмотря на то, что пакетик был удален. То есть он как был порошком, так порошком и остался. То есть вот вам три разных примера. Везде были удалены пакетики с силикагелем, однако скомковались они по-разному. Значит, важный момент. Что делать, если произошло вот это? Можно спокойно принимать продукт дальше. То есть то, что он скомковался, никак не влияет на его эффективность. Он все так же работает, с ним ничего не случилось, просто он у вас стал твердым. Что делаю в этом случае? Беру вилку или нож, отковыриваю кусочек приблизительно равный одной порции, растворяем его в воде. В воде он все так же великолепно будет растворяться. Растворяем в воде и пьем. Продукт абсолютно рабочий, это не значит, что его нужно выкидывать. То есть, ну, скомковался и скомковался, бывает, что поделаешь. Продолжаем пить также продукт, ничего страшного у вас не случилось. Просто неудобство теперь в его накладывании, скажем так. Вот, в принципе, все по этому вопросу. Я надеюсь, мы разобрались полностью с этими пакетиками в продуктах спортивного питания. Ну, если у кого-то остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Все, всем пока.